Сотрудники Управления социальной защиты населения встретились в ДК «Сатурн». В их работу входит забота о жителях. Список этот немалый. Это забота о многодетных семьях, пожилых людях, тех, кто прибыл к нам из Донецка и Луганска. Люди к ним обращаются за помощью и за поддержкой, и они всегда помогают. Конец года – время, когда подводят итоги. В управлении произошла коллаборация. Я перед вами снимаю шляпу, потому что тоже проходили многократно в разных сферах, в разных учреждениях, оптимизацию, объединение и прочее, я представляю, как это тяжело. Поэтому, Светлана Анатольевна, хочу поприветствовать вас, как руководителя, который прошел этот путь, да, который возглавляет теперь очень большую семью. Действительно, управление объединило округа Бронницы, Раменской и Жуковский. Накануне была итоговая коллегия социального блока Московской области под руководством Ирины Коклюгиной. То, что касается вас, вчера, например, отмечалась и работа центров занятости населения. И я считаю, что мы тоже неплохо сработали, потому что у нас безработица ниже, чем средняя цифра по Московской области. И это общая, наверное, заслуга. Вчера отмечалось такое направление, как предоставление жилья сиротам, и слава Богу, что мы эту задачу тоже выполнили. В завершении мероприятия специалистам управления вручили грамоты и благодарственные письма за их бесценный труд. У нас с вами три теперь территории: Раменская, Жуковский, Бронница. И я вас всех хочу поприветствовать и сказать вам огромное спасибо за ту работу, которую мы с вами провели, за то, что мы сделали, за то, что выстояли. Всех с наступающим Новым годом!